Продолжаем разговор про осеты. Давайте пойдем чуть дальше и рассмотрим а, последние две вкладки в окне type properties, которые мы еще с вами не рассмотрели. И начнем с того, что создадим простенький осет, который будет рандомно экструдить полигоны на любой геометрии. Да, на самом деле это делается очень просто. Мы должны положить ноду Attribute randomize да, и зарандомизировать атрибут, который назовем Z-Scale. Вот он у нас появился, но он сейчас на точках. Нам нужно переложить его на примитивы. И, конечно же, он должен быть не векторным, он должен быть просто флотом, то есть мы выбираем dimensions 1. И вот у меня есть рандомный атрибут z-scale на примитивах. После этого я положу ноду polyextrude и начну выдавливать э, нашу поверхность. Теперь я пойду в Local Control и выберу Distant Scale атрибут. И здесь как раз по умолчанию записан атрибут Z Scale. На этот атрибут у нас будет домножаться вот этот Distance. Но сейчас у нас нет рандомного выдавливания, да, потому что у нас стоит вот это вот Connected Components. Нам нужно выбрать индивидуальные элементы. И вот, пожалуйста, у нас есть такая просто простая система, которая выдавливает геометрию. И, допустим, мы хотим выдавливать не всю геометрию, а какую-то группу на ней. Да? То есть мы хотим выделить полигоны на геометрии и выдавливать только их. Для этого мы положим в начале ноду, которая называется Split. Нода сплит просто позволяет выбирать группу полигонов, и в левый ее выход пойдет то, что входит в эту группу, а в правый вход все, что не входит в эту группу. Соответственно, левый вход мы пускаем в наш сетап, а правый вход мы в конце вот так вот смерджим с результатом. И, значит, здесь мы можем выбрать групп type primitives, и с помощью вот этой стрелки мы можем выделить те примитивы, которые, которые мы хотим рандомно выдавливать. Нажимаю Enter, и вот только эти примитивы у меня выдавились. Отлично, давайте теперь сделаем из этого осетик и посмотрим, какие возникнут у нас трудности. Я назову его random extruder, create digital asset и dollar hip slash Вот так вот я его назову. Все отлично. Я иду в параметры, давайте сразу сделаем необходимые нам параметры. Первый параметр, нам нужна группа. И опять-таки мы с вами знаем, что у нас группа примитивная, поэтому мы перетягиваем только сам параметр группы. Дальше мы должны а, перетянуть Global Seed. И отсюда перетянем дистанции, допустим, Inset. Вот, все, все достаточно просто. Итак, вот у нас есть возможность регулировать этот Inset. Есть возможность с менять рандомное распределение. Есть возможность менять дистанцию выдавливания. А теперь давайте попробуем выделим группу полигонов. Нажимаем на стрелку и у нас вылезает ошибка. На самом деле ошибка связана с тем, что на этой ноде, на нашем осете, он а, не нашел параметра, который называется group type. Даже несмотря на то, что мы его здесь установили а, и установили, что это примитивы, но этот параметр мы с вами не перенесли на верхнюю ноду. И когда у нас этого параметра нет, у нас нет возможности выбрать группу. Для того, чтобы Исправить эту проблему. Все, что нам нужно сделать, это перенести этот параметр сюда. И поскольку мы с вами точно знаем, что мы будем выбирать только примитивы, мы можем сделать его invisible. Да, в таком случае пользователь его видеть не будет. Но при этом Гудини будет знать, что этот параметр есть, и он, на нем лежит значение примитивное. Поэтому, если теперь я нажму на стрелку, то все получается. Я могу выбрать необходимую, необходимую группу для участия в нашем экструде. Отлично, теперь у нас появилась возможность выбирать эту группу. Это очень здорово. Допустим, мы хотим выбрать эту группу при самом создании ассета. Дело в том, что у Гудини есть возможность выбирать группу прямо во viewport. И после этого мы можем прямо над viewport нажать клавишу Tab и выбрать, например, какой-нибудь полиэкструд. И у нас в полиэкструд, в параметр группы, занесутся те примитивы, которые мы с вами выбрали во viewport. То есть мы теперь можем работать с ними. А давайте теперь посмотрим, что будет, если мы запустим наш осет. То есть, опять-таки, я выбираю какое-то количество примитивов, жму Tab над Viewport и выбираю наш осет. Random Extruder. И, как видите, у нас в параметр группа ничего не занеслось. Для того, чтобы подставить в поле группа те примитивы, которые у нас были выделены во время создания осета, необходимо написать небольшой скрипт, ну, на самом деле поставить выражение. И этот скрипт как раз нужно записать во вкладке Scripts, который мы еще не рассматривали. Так что давайте это сделаем. Разрешу редактирование контента и пойду в Type Properties. Значит, смотрите, здесь у нас есть вкладка Scripts куда мы можем записывать скрипты, которые будут выполняться в, при различных условиях? Здесь есть такая штука, называется event handler, то есть это различные события, которые вызывают выполнение вашего скрипта. И здесь есть самые разные варианты. Например, есть вариант, когда нода создается, когда она загружается, когда она стирается, когда меняются ее входы, когда меняется ее имя и так далее. И для того, чтобы нам подставить в нашу ноду те примитива, который мы с вами выделили, нам необходимо выбрать скрипт, который называется before first create. То есть перед, перед первым созданием ноды нам необходимо добавить так называемый селектор, для того, чтобы эта нода могла принимать значение из вьюпорта. Если мы откроем help, то мы увидим, что у класса type есть такой метод, который называется addSelector. Здесь достаточно много Аргументов, но по сути нам нужны только два из них: это название этого селектора. Оно должно быть просто уникальное да, для конкретно этого селектора, и тип той геометрии, которую мы выбираем: селектор type. Значит, и то, и другое это строка. И в селектор type мы можем записать prims для примитивов, points, соответственно, для точек, либо everything, да, чтобы можно было выделять все, что мы захотим. Нам, соответственно, пригодится вот этот вариант, и давайте его туда и запишем. Для того, чтобы вызвать этот метод, нам необходимо обратиться к классу, к объекту класса type. и после этого, соответственно, вызвать этот метод. Каким образом это можно сделать? Например, можно обратиться к такой переменной, которая называется quarks, kwarks, ну или как я ее называю, quarks. Это такой, такая переменная типа dictionary, словарь. Внутри этой перемены хранится много информации о том, где, как был выполнен ваш скрипт. И в частности, в ней хранится информация о типе текущей ноды. Поэтому если мы здесь запишем внутри, в, внутри апострофах type, то мы получим, соответственно, класс, который отвечает за тип вашей ноды, а поскольку она находится в SOP-контексте, мы получим, соответственно, класс SOP node type. Соответственно, после этого мы можем выбрать add selector. И в скобках э, два аргумента. Первое – это какое-то уникальное название, неважно, primitives назовем. И второй это тип выбираемой геометрии, соответственно, prims. Давайте теперь я это дело скопирую. Вот сюда вот нажму accept. Выберу save node type. И теперь, если мы с вами сделаем какое-то выделение и вставим наш осет, то он применится только к этому конкретному месту вашей геометрии. То есть у нас в поле группа подставились все необходимые нам примитивы. Вот мы с вами рассмотрели, значит, этот эту вкладку скрипты. Давайте посмотрим, что еще здесь можно делать. Одна из самых сильных сторон создания осетов это возможность добавлять так называемый добавлять так называемый Python module, ну питоновский модуль, извините мое произношение. То есть сюда мы можем записывать всевозможные наши собственные какие-то функции на языке питон. Эти функции будут храниться здесь в этом ассете и мы их сможем вызывать, откуда, в общем, нам э, захочется их вызвать. Ну, например, в окне параметров. У нас есть э, у каждого параметра такая штука, как callback скрипт. И сюда мы можем прописать путь до той функции, до того скрипта, который у нас записан вот здесь, в модуле. То есть, когда у нас этот параметр будет изменен, у нас произойдет вызов вот этого скрипта. Ну, давайте мы добавим сейчас для эксперимента кнопку button. И сюда вот такую кнопочку мы сделаем красивую. Вот так вот она выглядит, сейчас пока не работает. Для того, чтобы она заработала, нам необходимо сюда записать э, скрипт. Обратите внимание, здесь можно писать HScript, либо Python. Выбираем Python обязательно, конечно же. И теперь нам необходимо с вами вызвать э, тот скрипт, который мы запишем здесь. Значит, для того, чтобы э, вот это все сработало, нам необходимо, естественно, создать здесь функцию, э, питоновскую функцию, которая что-то будет делать. То есть у нее должно быть свое название. Это очень важно. Поэтому давайте я запишу dev. Э, Print. Me, две скобочки, двоеточие. И здесь поставлю табуляцию и напишу print. Что-то типа того. Итак, вот у нас есть. Так, вот у нас есть такая функция, которая просто в консоль напечатает вот это сообщение. Давайте выберем Apply. И теперь единственная проблема, как ее вызвать. Тут все не так просто. Давайте опять-таки мы откроем сейчас Help. И здесь в Help в разделе Python Scripting нас интересует вот эта штука, которая называется Python Script Locations. И здесь... Вот, смотрите, есть прям непосредственно help по вызову модулей из осета. Значит, самое главное здесь, что вы можете обратиться к модулю, используя вот, это вот, вот этот метод да, и после него поставив какую-то свою функцию. То есть вот так вот. То есть мы вызываем мод... метод, который возвращает нам, собственно говоря, наш модуль. После него мы через точку пишем нашу функцию. Но важно понимать, что этот метод относится к текущему типу нашей ноды. То есть нам необходим вот этот самый тип ноды для того, чтобы обратиться к методу hda-модул. Поэтому нам необходимо вызывать его следующим образом. Это будет выглядеть так. Мы пишем how pwd, Две скобки, точка, hda-модуль, две э, скобки и точка, после этого пишем наш, э, собственно говоря, метод, который у нас называется print me и две скобки. Давайте попробуем поставить его в callback-скрипт, нажмем Apply, нажмем после этого на нашу кнопку. И, пожалуйста, у нас в консоли вывелось э, наше сообщение. То есть, когда мы будем нажимать на кнопку, у нас в консоль будет выводиться наше важное сообщение. Естественно, мы сюда можем писать любые скрипты абсолютно, не только про вывод в консоль. Мы можем создавать новые ноды, мы можем что-то там связывать, перес пересвязывать и так далее, что-то обновлять. Вы можете посмотреть мой урок «Питон для чайников», да, там я про какие-то варианты рассказываю. Вот, то есть это тоже очень удобно. И понятно, что здесь мы можем записать несколько этих функций. Например, print me, 2 Двоеточия, print. То есть у нас теперь есть две таких функции. И давайте мы сейчас с вами пресс-ми2 uh, кнопочку. И здесь, соответственно, выберем пресс-print-2. Я просто скопировал uh, ту же самую кнопку, нажав клавишу D. Итак, вот у нас теперь есть две кнопки. Опа. Вторая кнопка вызывает значит, второй, вторую функцию, первая, первую. Таким образом вы можете делать довольно сложные интерфейсы. Давайте я еще раз вот это вот крупно покажу. То есть для того, чтобы обратиться к конкретной функции вашего модуля, вы должны написать вот такое выражение. how.pwd, скобки, hda модуль, скобки, и через точку ваша функция, которую вы там создали. Ну что же, давайте мы сейчас для нашего осета, наверное, вот эти две кнопки удалим, хотя они, конечно, классные. Выберем accept, Save Note Type. В общем, можете пользоваться. И давайте поговорим про еще одну последнюю вкладку. Это вкладка с файлами. Допустим, мы хотим сделать глобус. Да, сейчас создам сферу, выберу, значит, так Polygon Mesh, чтобы она была похожа на глобус. Сделаю побольше делений. Выберу сразу UV Texture. Сделаю разверточку полярную. И для того, чтобы проверить развертку, я положу UV Quick Shade. И вот мы можем увидеть, что значит, наша сфера замечательно выглядит. Все в порядке. Чтобы избавиться вот от этой проблемы, мы здесь на UV Texture щелкнем на Fix Boundary Sims. Все, теперь у нас глобус отлично выглядит. И теперь давайте создадим шейдер. А прямо здесь, внутри нашей сферы, я положу Shock Network. Я буду делать шейдер в Redshift, поэтому воспользуюсь Shock Net. Значит, идея в следующем я создам Redshift Network, внутри которого создам необходимый мне шейдер. Ну, например, для начала положу просто RS Material, основной шейдер, такой базовый, его OutColor воткну в Surface, и теперь мне нужно подключить текстуру. RS Texture и воткну ее, соответственно, в Diffuse Color. Теперь, соответственно, я могу сюда положить нужную мне текстуру. Она у меня, в принципе, есть уже в проекте – это World Diffuse. Значит, и это у нас просто обычная текстура с земным шаром. Отлично. Назову это Earth. И создам здесь ноду Material. Куда и подгружу этот материал. Выбираю Earth. И чтобы у меня здесь путь был относительный, а не абсолютный, я выбираю Export Relative Pass. Все, теперь у меня есть этот материал. И, в принципе, если я сейчас э, щелкну, значит, камеру создам. Э, создам r дом какой-нибудь, например. И выберу какую-то подходящую по случаю HDR-ку. Э, создам Redshift РОП-ноды. Э, вот сюда вот щелкну на Redshift. И включу в рендер Render view. Рендер. Render, да, убед... Надо убедиться, что здесь стоит Render Redshift IPR. Да, в таком случае у меня здесь будет э, показано превью Redshiftского шейдер. Ну вот, соответственно, вот у меня появился этот глобус. Будем дорабатывать шейдер. Для начала здесь я материал сделаю не таким а, отражающим. Подниму roughness, увеличу сэмпла. Давайте для начала сделаем так, чтобы у нас эта текстура показывалась во viewport, потому что сейчас, конечно, некрасиво. Для этого а, нам необходимо создать тег. То есть нам необходимо вытащить вот этот параметр а, текстуры на вот этот уровень и здесь создать необходимый тег, который будет восприниматься OpenGL шейдером во viewport, как текстура, которую необходимо положить на диффуз. Для этого можно даже не создавать осет, просто на самой ноде Earth, которую я создал, выбираем Edit параметр не... интерфейс, и сюда нам необходимо перетащить соответствующий параметр текстуры. Захожу внутрь и перетаскиваю сюда. Это будет, значит, наша текстура. И для того, чтобы она у нас показалась, нам необходимо на этом же параметре, при этом выделенном параметре, пойти сюда в Build in Text, и здесь выбрать э, Diffuse. Вот это вот Diffuse Texture Layers. И здесь мы выберем Texture э, решетка. И теперь, когда я нажму Apply, Accept, у меня э, эта текстура появится в Viewport. Так гораздо удобнее. Пойдем дальше. Теперь я хочу, допустим, сделать океаны э, более, более отражающие. Может быть наложить на них какие-нибудь еще текстуры. Но, в общем, хочу сделать разные слои. Для этого у меня в проекте... Есть несколько карт. Например, есть вот такая вот штука, которая называется Карта океанов, да, где белым у меня обозначены океаны, а черным обозначены материки. Да, при этом всякие там мелкие островки здесь были с этой карты стерты. И у меня есть еще вот такая штука. Это Ocean Floor, да, то есть это такой рельеф дна морского, который мы можем тоже использовать для того, чтобы украшать а, картинку. И еще есть такой шурешечный грид, который тоже можно куда-то положить, потому что ну, шурешки это главный ингредиент красоты. Давайте так сделаем. То есть, у меня есть еще одна текстура, в которой я положу маску, вот эту. Textures, и она называется Ocean Map Clean. И я хочу переключаться по этой маске между двумя шейдерами. Для этого я положу. Материал Blender. То есть у меня есть некий базовый материал. да, И сюда, вот в эти слои, дополнительно можем положить 6 слоев. Я кладу второй материал, третий, четвертый и так далее. И сюда втыкаю так называемый Blend Color. То есть, собственно говоря, эту маску. То есть Blend Color я воткну в свою текстуру черно-белую. И создам еще один RS-материал, который воткну вот сюда. Если сейчас мы с вами запустим рендер, то у меня как раз океаны отделились. Здесь, в принципе, я могу сделать его каким-то синим, если мне это необходимо. Но, как вы помните, у меня есть текстура морского дна, поэтому давайте сюда ее тоже подгрузим. Press Положим ее в диффуз. Выберу Ocean Floor. И теперь нужно ее немножко подрегулировать. Для начала мы ее во вкладке Adjust Домножим на цвет, пусть она будет у нас синенькая. Какая темно-синенькая текстура такая получится. Дальше мы можем положить ноду, которая называется Color Correct. Опа. И здесь немножко подогнать, может быть, контраст поменьше сделать. Дато уменьшить гамму, да, чтобы она была потемнее. Ну и вот, что-то типа того. И в самом материале можно немножечко уменьшить отражение, добавить чуть-чуть рафнеса -чуть к ним. Ну, в общем, как-то так. Последнее, что еще можно сделать, это положить на материки какой-то шум в бампе, да, для того, чтобы они были какие-то более рельефные. Да, поэтому давайте я сделаю RS noise. Здесь на всякий случай выключу пока. А, значит, RS Noise, Bump Map. Подключаем RS Noise вот сюда, вот в Texture Input, а выход Bump Map а подключаем, сюда, собственно говоря, в Bump Map сюда вот. Если я сейчас запущу по умолчанию, это будет выглядеть страшновато как вы видите, да, потому что нойс слишком большой и слишком большая его амплитуда. То есть пойдем в нойс координаты и сделаем какое-то большое прям значение сюда. 150 нормально. А здесь амплитуду можно прям сильно уменьшить. 0,1 или может быть даже меньше. И теперь нам нужно сделать этот нойс только на материке. Соответственно, очень просто. Мы просто берем ноду мультиплай, вектор мультиплай и домножаем этот нойс на нашу маску. Вот она. Значит, по умолчанию у нас маска белая на воде, поэтому у нас наоборот будет бамп сейчас на воде. Но мы можем положить ноту Invert. Color invert. И теперь, пожалуйста, у нас будет noise на материке. А на воде будет гладкая поверхность. Так, и все, что нам осталось сделать, это, это добавить э, саму красоту. С помощью шурешки. Положу еще одну текстуру. RS-Texture. Значит, сюда я подгружу непосредственно шурешку, воткну ее в emission color. Это будет э, тот шейдер, который отвечает за воду у нас. Ну, в принципе, это дело вкуса. И немножко увеличу emission weight. Вот у меня появилась шурешка, и теперь я могу здесь на текстуре с помощью, значит, вот этого скейла менять э, размер этой сетки 5 на 3. Ну, может быть, типа того, что-то. Может быть, поменьше, даже раздела 4 на... 2,5, что ли. И здесь можно немножечко приподнять то это дело. И а, саму текстуру можно, опять-таки, домножить на какой-нибудь синий цвет. Ну, вот, что-то типа того. Ну, сейчас не суть, да. Понятно, что все это можно делать красиво. Я сейчас просто показываю пример. А, хорошо, вот у нас есть какой-то, значит, базовый шейдер этого глобуса. У нас есть сам глобус. И давайте мы создадим из этого осет. Значит, как вы понимаете мы можем сделать как бы осет э, из нашего материала. То есть нам никто не, не мешает создать осет шейдера, да, потом э, класть его значит, на любую сферу, которая имеет UV-координаты, и он все будет работать. Но, э, опять-таки, в случае с Землей это делать может быть не обязательно, потому что нам все равно придется класть сферу. Поэтому мы можем создать осет, который э, в себе будет содержать и сферу, и шейдер, и UV-развертку, все, что нужно. Мы можем пойти прямо на уровень OBJ, выбрать нашу сферу, давайте назовем ее Earth, и выберем Create Digital Asset. Я ее хочу сохранить. $HIP. Slash HDA. Earth. И здесь, соответственно, выберем тоже Earth. Так. Сейчас он у нас э, говорит, что есть проблемы. Что есть некоторые параметры, которые ссылаются на более высокий уровень. Ну, сейчас ничего страшного. Сделаем No Changes. И... Пойдем сюда. Итак, что нам нужно отсюда, что нам отсюда не нужно? В принципе, смотрите, Redshift OBG у меня добавился по умолчанию, да, при создании новой ноды, если у вас какие-то более старые версии, возможно, он не добавится. Вот эти вещи, миск и Render, в принципе, мы можем сделать Invisible. А Transform, конечно, нужен, мы захотим нашу землю поставить нужное на место. И давайте создадим еще один фолдер вот здесь вот, Назовем его Earth. Сюда мы можем перенести какие-то параметры, которые нам могут понадобиться в теории. Ну, для, давайте я просто перенесу сюда на самом деле Rose and Columns. А все остальное уже э, делайте сами. Да, необходимо переносить параметры из шейдера. То есть всякие там цвета, всякие там э, интенсивности, отражения, roughness и прочее-прочее можете сюда переносить. Я пока просто вот так сделаю. И выберу Destroy All Spare Parameters. Э, значит, итак. Вот у нас появилась наша земля. Она нормально выглядит. Значит, у нас есть возможность менять ее, значит, эти самые rows and columns, да, чтобы был глобус более, более интересный. В чем проблема такого осета? Выберу safe node type. В том, что у нас внутри в шоп-нетворке есть ссылки на текстуры, которые лежат на диске. То есть, если мы кому-то передаем этот ассет, нам с вами также необходимо передать ему и текстуру в архиве. Это, прям скажем, не очень удобно. К счастью, у нас есть возможность прямо в ассет включить все наши текстурные файлы. Давайте так и сделаем. Выберу Type Properties. И у нас есть вкладка Extra Files. И сюда мы можем подсоединить те файлы, которые мы хотим сохранить внутри самого файла осета. Это может быть все, что угодно. Это может быть анимация, это могут быть текстуры, это могут быть какие-то текстовые файлы. В принципе, можете сюда хоть видос YouTube залить, такая возможность есть. Значит, выбираем файлы. Сейчас я выберу все файлы, которые у меня есть во флаке Textures. Выберу Accept. И, соответственно, нажму кнопку Add Files. И вот эти четыре файла у меня появились Внутри моего осета. Я сейчас нажму Apply. И если я посмотрю на размер моего осета, у меня стал 28 мегабайт. Да, вместо там, 10 килобайт. Соответственно, все эти файлы у меня теперь находятся внутри этого осета. И все, что мне нужно сделать, это поменять ссылки внутри моих шейдеров, чтобы они считывали файлы вот отсюда. Как это сделать? Все очень просто. Начнем вот с этой ссылки. Если нажму вот сюда то я могу прямо вот здесь вот выбрать OpDev, то есть это те осеты, которые у меня существуют, и вот OpDev — это как раз префикс перед обращением к встроенным файлам осета. Осет находится на OBJ уровне, да, поэтому здесь мы должны с вами выбрать Object, здесь мы с вами выбираем наш осет Earth, заходим внутрь, и вот здесь наши файлы, как, как на диске. Соответственно, здесь я выбираю а, главную, это World Diffuse, Соответственно, здесь у нас есть такой прямой путь до нашего осета. В принципе, в этом нет ничего страшного, потому что осет этого типа у нас может быть только один. Но, возможно, вы захотите поменять название вашего осета. Ну, поэтому здесь можно, в принципе, этот путь заменить на относительный. Но он здесь хитро образуется. То есть мы можем заменить на две точки. Каждая вот это... Слово в данном случае, да, то есть две точки это подни... под... мы поднимаемся на уровень выше, то есть, вот на этот уровень. Еще две точки поднимаемся еще на уровень выше. То есть мы выходим как бы из шок нетворка Таким образом. И пойдем дальше. Делаем ту же самую историю внутри нашего шейдера. Выбираем здесь опять OpDev, Objects. Earth и Ocean Floor. Значит, опять-таки, выбираем здесь две точки, две точки. И еще раз две точки. Потому что мы поднимаемся на три уровня выше. Да, и сейчас, если я запущу рендер, давайте мы убедимся, что Ocean Floor у нас подтянулся. Да, как видите, Ocean Floor у нас сохранился. То есть а, мы делаем таким образом. Давайте вот эту всю историю я просто скопирую сейчас сюда. Вот. На следующую текстуру идем вместо вот этого. Мы ставим вот так вот. А, grid Tief. И вот это точно так же мы ставим сюда. Так. Ocean Map. Так, ну, пойдем наверх. Выберем Save Node Type. Запустим рендер. Теперь все текстуры перезагружаются из самого осета. И вот, пожалуйста, наша земля отрендерилась. Все, как говорится, отлично. И теперь самое приятное, я могу сохранить эту ноду. Все файлы сохранятся внутри нее. И давайте я сделаю новый проект. Discard and new. Внутри которого, опять-таки, у меня ничего нету. Соответственно, сюда я просто установлю наш осет земля. Положу его вот так вот. Добавлю, опять-таки, значит, какое-то освещение. Добавлю HDR-ку вот она какая-то есть. Добавлю камеру. Добавлю redshift ноды. И запущу рендер. И, как вы видите, все эти текстуры сюда точно так же подгрузились из самого осета. Понятно, что сейчас все это не очень красиво выглядит. Нужно там как-то поиграть с цветами, попридумывать нормальный глобус. Но таким образом вы можете в любой абсолютно осет запихать э, любое количество файлов, которые у вас будут использоваться. Текстуры – самый простой. То есть у нас просто в, в одном файле будут храниться все шейдера, все текстуры и так далее. Если мы посмотрим на какие-то сложные осеты, ну, например, там, тест, geometry э, какой-нибудь. Вот у нас есть свинячья голова. Посмотрим Type Properties. Посмотрим Extra Files, и вот, пожалуйста, у нас здесь текстуры, которые лежат на вот этой нашей свинячей голове. А если мы посмотрим на вкладку Characters, например, выберем какой-нибудь mockup бипед, то есть это там человечек, у которого есть какая-то анимация, и посмотрим на его Type Properties, мы увидим, что здесь есть огромное количество всякого разного. Тут у нас есть и текстуры, и бэклипы, то есть это анимация. То есть это все заложено внутри самого осета. Таким образом вы можете подгружать в осет все что угодно, и у вас в одном файле будут храниться все необходимые для его работы файлы. Это очень удобно. Ну что, надеюсь, что эта серия уроков была вам полезной. Если что-то осталось за кадром или непонятным, пишите в комментариях или записывайтесь ко мне на индивидуальные занятия, все это обсудим. А сейчас всем пока, будьте счастливы и работайте в Гудине.